Здравствуйте, уважаемые телезрители. Решила своей девушке сделать подарок. Мы с ней знакомы уже много лет, и много раз сходились, расходились. Но мы с ней из разных миров. Я монтажник сантехсистем, строитель. А она всегда работала администратором, завпроизводством в ресторанах, отелях. И я решил как-то немножко подружить наши миры и подарить ей частичку из моего мира, аккумуляторную отвертку и насадки к ней из ее мира. Мельничку для специй, штопор и воздуходувку для гриля. Ну, рассказывать об этом всем, думаю, нет большого смысла. Есть масса обзоров на ютубе. Я хотел бы обратить ваше внимание на комплектацию, точнее на упаковку. Есть XO таких небольших плоских шкатулках алюминиевых, есть в алюминиевых банках, есть 6 XO в пластиковой коробке. Но мне больше всего понравилось вот такой вариант. Даже чисто внешне это похоже на женскую косметичку. Да, для мастерской это точно не вариант, она будет в пыли уже через час. А вот для дома, тем более девушки, по-моему, самое то. И часто на сайтах, в интернет-магазинах не указывают варианты комплектации, поэтому уточняйте у менеджера. Я вообще, конечно, хотел Gold-версию юбилейную, но ее уже нигде не было в продаже. И еще один плюс этой упаковки, что туда помещаются все насадки. Даже еще остается место. Думаю, можно весь комплект XO собрать вместе с эксцентриковой насадкой для сверления, ножницы для травы, еще резак для ткани. И думаю, что все это прекрасно сюда поместится. Ну и, конечно, хотелось бы что-то пожелать вам в новом году. Счастья, здоровья. Как-то слишком банально. Чтобы сбылись все мечты, наверное, как-то слишком пафосно. Я хочу пожелать вам, чтобы в новом году оправдались все ваши надежды. Мы ведь всегда на кого-то или на что-то надеемся. Нет, можно надеяться, конечно, только на самих себя, но тогда становится как-то грустно и одиноко. Поэтому мы возлагаем надежды на наших детей, надеемся на друзей, на семью, на удачу, на здравый смысл. Я хочу пожелать, чтобы в новом году ваши дети вас только радовали, друзья не подводили, семьи крепли, удача не покидала, а здравый смысл наконец-то восторжествовал. Ну а я в свою очередь надеюсь, что не получу по голове этой аккумуляторной отверткой от своей любимой за свою креативность. Ну а на этом все. Увидимся в новом году. Надеюсь. Взгляды класть свои, я понял.